Всем привет, это программа «Давайте пробовать». Меня зовут Андрей Бабуридзе, и сегодня мы будем говорить о защите глаз, потому что в Красноярск пришла солнечная погода. Будем подбирать очки, чтобы было комфортно и стильно. Начнем с классики, покорившей время – авиаторы. Более 70 лет они удерживают свои позиции на модном Олимпе, и каждый год производители вносят в эту модель свои коррективы. Еще один привет из прошлого – это очки в форме панто. Они появились в 30-х годах прошлого века, а вот пик популярности пришелся на 60-е. В моде до сих пор. А вот узкие очки будут напоминать о стиле из 90-х, который все больше доминирует в мире. Это так называемый кошачий глаз. Они универсальны, станут отличным дополнением как для делового лука, так и для повседневного casual. Но стоит отметить, что при выборе солнцезащитных очков не стоит смотреть на те, что продаются на базаре рублей за 200. Помните, что некачественные стекла могут принести вред глазам. Фирменные модели вполне доступны по цене, хотя многие еще живут стереотипами. Оригинальные – значит дорогие. Существует такой стереотип, но на самом деле крупные компании на данный момент предлагают очень много выгодных условий и предложений, благодаря чему практически каждый покупатель может приобрести очки, брендовые очки по доступной цене. Преимущество покупки очков в салоне – это минимальный шанс нарваться на подделку и получить возможность проверить зрение на современном оборудовании. Здесь же вам помогут подобрать оправу, линзы, а также расскажут о новинках. Зачастую людям после 40 лет требуется больше одной пары очков, 2 или 3 пары. Для решения этой проблемы были придуманы мультифокусные линзы, которые позволяют одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи. Однако эти линзы были достаточно дорогими, и не все люди могли себе их позволить. Сейчас на рынке появилась линейка доступных мультифокусных линз, которые по карману большинству наших граждан. Так как много времени мы проводим за экраном монитора, нужно не забывать и о защите глаз. Для этого были придуманы специальные компьютерные офисные линзы. Они снимают нагрузку и защищают от экранного излучения. Что касается оправ, обратите внимание, какой выбор предлагают сейчас оптики на все случаи жизни. От занятия спортом до деловых встреч. Ну и вообще, многие люди сейчас носят очки с обычными стеклами, как говорится, для имиджа. Выглядеть стильно в очках могут не только взрослые, но и дети. Обычные, цветные, разных форм и размеров. Уверены, многие папы и мамы в своем детстве могли только мечтать о таких возможностях. Яр-оптика на Высотной 1 – это разнообразие предложений, брендов и цен. Для детей и взрослых действует акция «Вторая оправа в подарок», вне зависимости от бренда. Скоро открытие еще одного филиала на Сурикова 35. Яр-оптика для всей семьи. Ну что ж, это была программа «Давайте пробовать». Меня зовут Андрей Бабуридзе. Желаю вам хорошей погоды, солнечного настроения. Пока-пока!